105 лет исполнилось со дня рождения Владимира Федоровича Толубко, советского военачальника, главного маршала артиллерии, главнокомандующего РВСН. Именно при нем город Одинцово получил неофициальный статус столицы ракетчиков. 25 ноября ветераны Великой Отечественной войны, члены общественной организации «Офицеры России», школьники пришли на центральную городскую площадь, где состоялся памятный митинг и возложение цветов. Владимир Федорович Толубко является почетным жителем Одинцова.